Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем тапочки, продолжаем с тапочками, с подарками, но сегодня вяжем и подшиваем стелькой. Для начала, девчонки, нитки 133 метра в 100 граммах приблизительно, и вот эти вот примерно такие же. Цветок, еще мне нужен крючок, шило и фетровая стелька. Либо вы вырезаете из фетра, обчерчиваете свою ножку, либо покупаете на свой размер уже готового размера. Соответственно, вяжите по видео, которое будет у нас здесь в углу, как обычно, основу, следочек на ваш размер. Далее будем вязать сам цветок. Вот, я буду вязать из пряжи потолще, чтобы вам было виднее и понятнее. Делаем слепую петлю. Так, закрепляем и вяжем 6 столбиков без накида. 1, 3, 4, 5, 6. Затягиваем петлю полустолбиком, замыкаем кольцо. Вот такое вот колечко у нас получается. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема. 3. И теперь вот в эту же петлю вывязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Так, всего смотрите 1, 2, 3, 4, 5. Если считать вот эти вот петли подъема, продеваем крючок и вот эту петлю протягиваем через первую петлю. 2 воздушные петли. И далее в следующую петлю, вот она, вывязываем 5 столбиков с накидом. Один, два, три, четыре, пять. И снова в последнюю петлю продеваем крючок и протягиваем эту петлю. 2 воздушные петли. И так далее. В каждую петельку всего 6. Вот смотрите. Всего 6 раз мы делаем первое кольцо. Вот когда мы провязали 6 вот таких вот лепестков, делаем последний раз 2 воздушные петли и замыкаем круг вот прям в эту первую, в первый лепесток. Далее продвигаемся столбиком без накида в дырочку между лепестками и делаем 3 воздушные петли подъема. И далее вяжем 4 столбика с накидом. И продолжаем точно так же делать лепестки. Из вот этих вот дырочек мы вывязываем по 2 лепестка. Еще один. Возвращаюсь. 2 воздушные петли подъема и следующие вяжу из вот этой дырки, из вот этого промежутка между двумя лепестками. То есть из каждого промежутка у нас будет по 2 листочка. Видите, здесь вот хорошо вот видно, по 2 с каждой дырочки. Продолжаем до конца ряда. Вот так вот это выглядит, смотрите, мои хорошие, видите. Теперь я снова замыкаю кольцо в первый лепесток полустолбиком. Далее провязываю столбик без накида уже из дырочки и делаю 3 воздушные петли подъема. Теперь мы делаем те же лепестки, раз, два, три, 4, 5, чередуем, вывязываем сначала один лепесток из дырочки, со следующей вывязываем 2. Вот таким вот образом, смотрите, здесь у меня один лепесток, здесь 2, далее будет 1 и 2. Вот видите, 2, 1, 2, 1. То есть чередуем. Вот такой вот цветок в финале у нас получается. Я уже не буду довязывать этот, просто вам показала. Теперь, девчонки, что мы делаем далее?
Когда мы связали следок на свой размер, берем нить контрастного цвета. Кстати, нити подобрать вы можете цвета по-своему, как вам будет угодно. И обвязываем столбиком без накида по вот этому контуру. Видите? Вот полностью по этому контуру я обвязываю вот так вот. Это выглядит. Всего два ряда я делаю обвязку. И наша стелька, мои хорошие. Для этого я буду использовать иглу с нитью вот этого цвета, из которого у нас цветок шила, и стельку. Стелька либо покупная, либо вырезанная из фетра на ваш размер. Делаю где-то на расстоянии пол сантиметра дырки. Не хочет. Все, мы его обманули. Для того, чтобы узелок остался с этой стороны. Вот. Так, и теперь я буду обшивать вот таким вот образом. Вот так вот. По кругу. Вот так вот я продолжаю обшивать полностью по кругу. Теперь, девчонки, вот так вот складываю тапок, переворачиваю. Следим, чтобы у нас не было два правых или два левых. Прикладываю к следку эту стельку. Тоже здесь вот начинаю с момента, где у нас идет вот это набор петель, и здесь тоже аккуратненько буду формировать тапочек, вернее носочек. Вот таким вот образом. Вот здесь вот начало у меня, ничего. Сейчас я вам покажу поближе. Вот смотрите, чтобы вы понимали, я захватываю за вот эту вот ниточку, которую я обшивала. Только смотрите, хорошо приложите, чтобы у вас стелька была равномерно распределена там, где нужно. Вот видите, я прошиваю за вот эту ниточку. И так по кругу. Вот так вот распределяю и пришиваю, девчонки. Вот. Вот здесь вот смотрите, чтобы все было ровненько, чтобы равномерно распределить этот тапочек на стельку. И пришивайте по кругу вот этим вот стежком. Вот получается вот так вот у нас пришита стелька. Вполне симпатично и аккуратно. И несложно, я считаю. Так, теперь, девчонки, осталось нам пришить цветок. Немного смещаем его от края сюда. И пришиваем. Так, ну вот и все, наши тапочки готовы. Так, что хочу сказать, девчонки, продолжаем серию розыгрышей. Поэтому следующий розыгрыш у меня вот такой кусок фетра, два мотка ниток и вот такой вот клубочек бирюзовых. На вот эти вот тапочки комплект. Вообще, по большому счету, вот этого мотка хватит для мамы и для дочки на тапочки, то есть на двое. На одни детки, одни взрослые. Условия, девчонки, быть подписанным на Instagram, быть подписанным на YouTube канал, комментарий под этим видео, лайк и репост.
Вот. А 29-го у меня будут все розыгрыши в прямом эфире на канале. Вот. Вот и все, девчонки, на сегодня. С вами была Вика, школа рукоделия. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.